Дорогие друзья, соотечественники, сейчас я обращаюсь к жителям Херсона. Мне нужна ваша помощь распространять правду, что на самом деле происходит именно в Херсонской области, да и в Украине. Без вас я не справлюсь. Как вы знаете, сегодня идут уже досрочные выборы. Как говорится, кампания началась. Вы не представляете, сколько прется в парламент шизофреников, больных на голову. И не представляете, какой беде может все это привести, если пройдут именно такие неадекватные люди. Я же сегодня борюсь за вас. Именно чтобы вы не допустили ошибку и голосовали за тех людей, которые хоть что-то могут полезное сделать для нашей Херсонской области. Как вы знаете, у нас проблем очень много в Херсоне. Поэтому я обращаюсь еще раз к вам, мои дорогие, уважаемые подписчики, друзья, читатели. Херсонцы, прошу вас, подписывайтесь на мои социальные сети. В Фейсбуке, ВКонтакте, в Однокласснике, в Твиттере, Инстаграм. Вы всегда увидите мою точку зрения и увидите ту правду, которую от вас скрывают ваши украинские СМИ. Мне ваша помощь необходима. Только так мы можем сломать этим негодяям, можно сказать, ихнюю голову и посадить их в тюрьму за те преступления, которые они сотворили сегодня. Нам надо спасать не только Херсон, но и Украину. Иначе завтра, а может послезавтра, будет поздно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вы увидите от меня правду. Боритесь с этой нечистью, которая сегодня управляет страной. Я с вами.